Михаил, а на что надеяться русским, когда ФБК превратились в украинских политиков? Что нам остается? Во-первых, вы поддержите либертарианцев, поддерживайте СВТВ Ньюс, подписывайтесь на СВТВ Ньюс, собака СВТВ Ньюс, слитно в Телеграме, и надеяться нужно на себя, точнее, не надеяться, а верить. Нужно верить в себя, нужно объединяться с единомышленниками и вместе бороться за какие-то свои права, а не надеяться, что кто-то это будет делать за вас. Вот представьте, я бы сидел дома и надеялся, что кто-то за меня сделает либертарианское СМИ, проведет митинг в защиту Телеграма. Или я бы надеялся, что кто-то за меня организует петицию с обращением к европейскому обществу и политикам против введения санкций, которые помогают Путину мобилизовать экономику и людей вокруг собственного режима. Вот представьте, я бы сидел и ждал, что кто-то это сделает. Но тогда не было сделано вообще ничего. Понимаю, не каждый должен быть политиком, разумеется. Если вы не находите в себе силы что-то делать, поддержите тех, кто делает, поддержите меня, поддерживайте тех, кто делает, на ваш взгляд, правильные вещи. И тогда прекрасная Россия будущего сбудется, и вообще в мире станет как-то лучше жить.